такого одаренного парня. Давайте я вам покажу одного мальчика. Новая белая надежда. Не так давно Борис Борисович я встретил в зале, и он, скажем, предложил рассмотреть в команду этого атлета. Это зовут его Виталий. Друзья, вот она, самая юная, самая яркая звезда бодибилдинга. Во многом этот чемпионат России смотрели благодаря Виталию Угольнику. Член сборной Санкт-Петербурга. Уроженец, напомни, какого края? Сахалинская область. Вот такой. За команду Спортлайф, Питер. Вот такой вот богатырь Сахалина, привезенный Борисом Борисовичем Васильевым в команду Спортлайф, город Санкт-Петербург. Ты стал чемпионом категории 100+. Второй абсолютно на России. Вы, ребята, 22 года. Расскажи, какие чувства? Начнем с того, что это, наверное, самый такой фееричный момент в моей жизни. Это были самые такие масштабные соревнования, на которых я был. Вообще на России я выступаю второй раз, и со второго раза я смог стать первым в категории 100 кг и стать вторым на абсолютке. Поэтому я очень рад, у меня моим эмоциям нет предела на самом деле. А вот скажи, ощущение от того, что резко ты действительно звезда бодибилдинга. Что ты чувствуешь? Ответственность? Тебя это как-то немножечко, чем-то просыпаешься утром, думаешь, все смотрят, что я буду делать. Или ты чувствуешь, я этого хотел, я кайфую. Я, наверное, еще не до конца осознал. Это слишком быстро произошло. Многие люди пишут, что ты, главное, не зазвездился. Но я, на самом деле, всегда был простым парнем и, надеюсь, таким и останусь. Скажу честно, наша первая встреча мне, Виталий, круто, как человек, понравился, да, конечно, было невооруженным взглядом видно, что это генетика чемпиона. Таких ребят мало, естественно, но они были. Да, это и Пашки, Ленка, и Саша Кадзоев, и Леша Лисаков. Но все они в каком-то моменте остановились. Я хочу пожелать, чтобы ты не остановился. И не только ради себя, ради всех вот этих ребят, которые любят железо. Им очень нужна звезда. Бодибилдинг именно. Да, они хорошо относятся там ко мне, да, я занимаюсь, у меня бизнес. Это одна стезя. Но стезя вот постоянного бодибилдинга, то хочется жить и думать, русский парень пойдет на Олимпию, и там будут говорить о нем. Хотя бы достоин быть на Олимпии в будущем. Я надеюсь, прогресс не заставит долго ждать. Я буду очень стараться упорно. Спасибо вам за вашу поддержку. А теперь вопрос такой, наверное, после соревнований основной. Что сейчас хочется, о чем думаешь и какие дальнейшие планы? Хочется постоянно есть, что я и делаю. За ночь набрал 8 килограмм. Но это, на самом деле, не самый правильный подход. Все-таки нужно это делать плавно, ходить. Но есть хотелось безумно. Последние 2 недели я сидел на безуглеводке, а последние 2 дня был практически без воды. Теперь твои планы. Планы будут на следующий год, пока что я их не афиширую, мы решаем это с тренером. Но только сейчас будет чемпионат в Альфа-Джере мужской, туда и сборная Питера тоже готовится. Опять же, так скажем, однокомандец, если правильно, если такое слово есть, это Кузнецов Леша, 100+, он будет выступать, представлять Россию. В следующем году, я думаю, ты тоже будешь 100+ уже представлять Россию. Да, мы планируем набирать до 130 килограмм. Благодаря моему спонсору, не без его поддержки. Да, потому что это немаловажно, когда у перспективного человека появляются рядом люди, как Борис Васильев, компания Спортлайф. Именно Борис Борисович, я его встретил на тренировке. Мы часто встречаемся в одном зале, у меня здесь парень очень перспективный. Мне кажется, вам нужно познакомиться. Мы договорились, через день приехали в клуб, и с этого началось сотрудничество. Я очень рад, что какую-то лепту свою мы внесли в подготовку. Мне очень приятно. Я желаю тебе успехов и здоровья, крепчайшего, это самое важное. А теперь пожелания от тебя для ребят. Для ребят, занимающихся спортом, я желаю, чтобы ребят были дисциплинированы. Если хотите занимать первые места, самое главное – дисциплина. Дисциплина, потом уже генетика, потом уже какие-то аспекты спортивного питания. Вот. Будь дисциплинированы, и все у вас будет. Это крутое пожелание. Такое редкое, четкое и важное. Действительно, дисциплина очень важна. Просто я сам для себя это, так сказать, превозношу вот высшую меру работы, это дисциплина. Если ты каждый день стараешься стать немножечко лучше, следишь за питанием, ходишь в зал, не пропускаешь тренировки, идешь к намеченной цели, то результат не заставит тебя ждать. Я благодарю тебя. Спасибо. Спасибо за то, что ты пришел в бодибилдинг. Вам спасибо за поддержку.